долго ждали с Виктором автоход. Ну и теперь ловите. Так, ну это Recolor. У нас была машинка такая, по-моему, Датсунчик выглядит просто бомба. Бомбическая тачка. Вот он, Hot Wheels новинки в руках, ребята. Это он был до этого в другом цвете. Ну вот это тоже сотый уже Recolor синий красочкой. Она огонь. Давайте, господа, ваши ставочки. Посмотрим, что я приду во вторник, где будет 25% скидки. Перейдем быстренько пробежим. Ну, хорошо, только колеса хороши. А так по мне желтые, ребята. Как же она божественно выглядит на желтом. Давно говорил, что эти цвета будут супер крутой. Лайки по фантазийной модели. Пожалуйста, вот автобусик новенький. У меня таки, блин, он у нас. Я мечтал вчера, снил его во сне, и вы говорите, мечты не сбылись. Я надеюсь, он так же легко и просто сбудется, как находка этого. Блин, ребята, и круто. Ну вот подбросили, хорошее подбросили. Так, конечно же, он не белый, но такое впечатление показалось. Насекомые тачки висят, один. Но главное, бандитик у нас. Вкуса и торжество, правильно, с больше всего, как не взять. Ребята, всем привет, канал Upwheels. Итак, у нас прямое включение. И для этого есть повод, ребята, навьё. Навьё пришло. Долго ждали с Виктором автоход. Ну и теперь ловите, ребят. Audi RS2 Avant. Классно, наконец-таки имею возможность созерцать эти тачки вживую. Супер модели, вообще супер. Круто, прорисовочка очень стильная. Сохранила, на мой взгляд, дизайн и стилистику тех лет. Хорошо, хорошо. Я говорю медленно, потому что просматриваю тачки, пробегаюсь. Ну вот не ожидал, кстати, в гипо их выбросили, вывесили. Смотрите, какой ралли бажик, краулер. Такой а-ля джипчик. И, честно говоря, это редкость. Правда, ребята, 8 рубликов за модельку. Готовы ли мы отдать? Смотрите. Джей Импорт. Тойота. Селика, ребята. Селика хороша. Хороша. Кто мечтал, кто хотел. Неплохо, неплохо. Раскрасочка. Детализации фар, по-моему, нету, но в целом машина выглядит вполне достойно. Так, откладываю стороночку. Слушайте, вот не ожидал в продуктовом магазине, да, встретить новинки. Обычно здесь новинки в самую последнюю очередь. А тут прям таки удивило меня это все. Акура новая. Красная на панораме NSX. Так, ну это Recolor. У нас была машинка такая, по-моему, синего цвета. Датсунчик. Слушайте, какие же они крутые. Какие они красивые. Держу в руках, ребята, Джей Импортс модели. Я, по-моему, ребята, сегодня сорвал джекпот. Это круто, это круто. Датсунчик выглядит просто бомба. Бомбическая тачка. Тоже забираю. Смотрите, все пока откладываю. Что хотели увидеть на нашем канале? Конечно же, вот этот автобусик, ребята, с... А с чем он? Он с великом впереди. Видите, какой крутой. Крутой автобусик, да. Постил я его в новостях. Все мы его ждали. И вот он, Hot Wheels Metro, теперь с нами. Неплохо, неплохо задетализирован. Классная моделька. Приятно держать долгожданные новинки в руках, ребята. Это круто. Пожалуйста, GT-шечка Фордик. Ну, тоже Recolor, тоже мы его видели. Прикольная тачка. Как-то покупали. Скорее всего, он был до этого в другом цвете. Ну, вот это тоже сотый уже Recolor этого трейлерчика. Тоже видели, ребята. Видели. Приятно вот так вот потихонечку проникать и ощущать. О, классная Камара. Вообще, слушайте, мне кажется, я первый. Тут еще их не успели подразобрать. И вот это просто Камара. Крутая фантазийка. Но выглядит бомба. Выглядит бомба. Суперски с этой желто-синей красочкой. Она огонь. Давайте еще посмотрим, что. Пожалуйста, топчик. Только топчик. Nissan R390 GTI.
классная тачка из будущего, суперская. Ну, нам сегодня повезло, ребят. Фантастически выглядит, с прорисовочкой фар, и спереди, и сзади. Круто, вообще, топчик, бомба, суперский Nissan. Вот не думал, что я прям вот эти вот все машины увижу в одном месте. Особенно, смотрите, когда заходишь в магазин за хлебушком, да, а тут такие находочки. Это просто супер. Кстати, я что-то на эйфории начинаю забывать про STH, а ведь мы тоже можем найти STH Zombot. Может быть и найдем, а может быть и нет. Ваши ставочки, господа, ваши ставочки. Посмотрите, Camaro ZL1. Ну что, не топчик, что ли? Классная, в оранжевом цвете. На черных колесах тоже выглядит очень-очень круто. Посмотрите, суперский-суперский. Раскрасочка крыши есть. Классно. Ну вот это новье. Это, ребята, новье. Это, конечно же, первый месяц 21 года. Смотрите. Вот я точно знаю, чего будет балдеть Виктор Автоход. Золотая тележечка Майнкрафт. Это топчик, ребят. Классно. Бомбически выглядит. Цена, правда, 8 рублей. Не знаю, как мне это все купить сегодня. Но выглядит супер. Может быть, спрячу и приду во вторник, где будет 25% скидки. Обвилс, охота, подписывайтесь. Самое новье привезли. Вот сегодня для вас все рассматриваю. Давайте дальше перейдем. Быстренько-быстренько пробежимся, пока не раскупили, ребята. Белый урусик. Белый урусик. Ну, тоже реколор. Белый. Ну, хорош только колеса хороши. А так, по мне, желтый. Интереснее. По мне, желтый интереснее урусик. Давайте посмотрим. Фордик GTI тоже такая. Бодрячок, бодрячок. Хорош. Раскрасочка. Неплохо задетализирован. Раньше мы его видели, но сейчас подробнее рассматриваем. Эх, вот так вот случайно зайдешь, а тут новые кейсы. Интересно. Кстати, вот в этот магазин был не в топе обновлений. Но случайности могут быть не случайные, видите? Классная Porsche 935. Как же она божественно выглядит. Я вот не знаю, несколько раз видел ее. Но что же удержит сегодня, чтобы прямо забрать эту тачку? Я думаю, что ничего не удержит. Скидка будет вообще на все это богатство или нет? Как думаете? Пишите в комментах, ставьте лайк. Потому что наконец-таки... Воу! Тут все боятся этой штучки. Подвезли новье, и пожалуйста. Новый хит сезона. Ford Mustang Shelby GT500. Черная. Черная на желтом. Давно говорил, что эти цвета будут популярны. Посмотрите, как детализирован капот. Вот эта вот выемка, воздухозаборнички. Топчик. Топовая модель. Это просто супер. Суперская. Тоже откладываю, конечно же, Мустанг супер крутой, лайки, подписка, кто болеет за Мустанги. Так, ну немного фантазички, ребята, тоже драфтонатор какой-то, господи, боже мой, фантазийные модели. Пожалуйста, вот автобусик новенький, серфинг, скулбас. Да, мы его как-то уже покупали и рассматривали в прошлом сезоне. А вот Бронко кастом, не ожидали. У меня такой есть, ребята. Как его? Супер, не супер Treasure Hunt, а просто Treasure Hunt. И попахивает, ребята, попахивает супером, попахивает. Блин, как я унесу это все, ребят, сегодня. Конечно же, откладываем. Так, этот джипчик уже видели с вами. Слушайте, была бы сегодня скидка? Вау! Офигеть, какой грязевой, посмотрите. Супер. Вот этот Defender прикольный. По-моему, тоже реколор. На грязи он смотрится просто так оффроудово, иначе не скажешь, ребята. Хорош. Defenderчик. Очень-очень прикольный. Новье, конечно, тут ничего не скажешь. 100% новые касты. И, блин. Мерс.
Наконец-таки, блин, он у нас в коллекции. Офигеть. Ребзя, ну это божественное ощущение, я вам скажу. Только прям мечта вчера снила во сне. И вы говорите, мечты не сбываются. Да сбываются мечты, ребята. Главное верить. Главное верить, подписаться, потому что у меня лям подписчиков мечта. Я надеюсь, он так же легко и просто сбудется, как находка этого Мерса. Я не знаю, какие слова вам говорить. Конечно же, я спрячу его повыше. Блин, вообще спрячу, чтобы его никто не нашел. Но этот топчик, это просто круто. Конечно же, сделаем подробную модель. Конечно же, его рассмотрим, распакуем на Appeals. Поэтому подписывайтесь, это будет круто. Так, хорошо. Что еще? Вот такая вот арткар. Ну, классно, а-ля Фордик. Такой суперская тачечка. Хороша. Выглядит очень артово. И стильно, ребята, и круто. Ну вот подбросили, хорошие подбросили тачки. Блин, за Мерсом надо следить, чтобы его не увели. Доджик Ван. Так, он там, по-моему, с картом внутри. Да. Эх, давайте Трежихан, супер Трежихан. Хотелось бы найти. Ну, корвет. По-моему, синий был. Конечно же, он не белый, но такое впечатление показалось. На секундочку что-то показалось. А почему нет? Ну, давайте полазим. Вот такая тачка Toyota оффроудовая. Как вам? Хороша. Навьё радует. И, ну-ка, М3. В новом раскрасе тоже прикольная тачка. По-моему, да, в прошлый раз М3 была красная. Ну, слушайте, мне кажется, вот это вообще весь топовый супер новый кейс здесь вывесили. И мы, наверное, первая на Навье. Первая, конечно же. Твин Милчик новый. Вольво желтая. Давайте посмотрим колеса. Да, потому что, ну, видите, топовые тачки висят. Один Мерс, его еще никто не взял. Знающий человек его бы взял сразу. То есть мы попали на самые горячие пирожки и самые горячие пончики. Да, по фантазичкам пройдемся, но это не главное. Бандитик у нас новый раскрашенный. Такой артовый. И, в общем, ребята, охота сегодня, конечно, порадовала. Такое вот прямое включение. Посмотрели. Вот РС-ка, кстати, еще висит. Кому надо, забирайте, пишите в комментах. Лайк, подписочка. Расскажу, где я охочусь. Самое главное не сказала. Пишите, конечно, комменты. Потому что, ну, такое навью, такой топчик, такое обновление. Я, честно говоря, давно не видел в одном месте. И плюс, ну, это реально прям сегодня произошло, потому что вчера я был, вот этими новинками даже не пахло. А сейчас это торжество души, торжество вкуса и торжество праздника Hot Wheels вместе с каналом Up Wheels. Так. Углублюсь еще, с вашего позволения. А как вам Мустанг Фанникар? Класс. Очень стильно, действительно фанни. Действительно прикольно. В общем, углублюсь еще, с вашего позволения. Покопаюсь, возможно, я сташку найду. И буду готовить тачки, которые куплю. Об этом расскажу вам позже. И, конечно же, буду готовить наш Мерс к обзору. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, пишите комментарии. Навьё только с Up Wheels. А вот моя гора моделей. Напишите в комментах, какая тачка понравилась больше всего, какую взять. А я сейчас перейду к покупке Up Wheels.